Представляете, раньше в этом замке находилась школа. Привет, меня зовут Света, я учусь в 11 классе. Люблю смотреть и изучать новые интересные места. Особняк находится в Ярославской области в поселке Красный Профинтерн. История его постройки достаточно романтичная. Есть предание, что хозяин, купец Никита Понизовкин, построил его для своей возлюбленной француженки. Поэтому особняк построен в таком стиле. Оказывается, здесь вторую половину 20 века одновременно находили школа и клуб. Впечатляет не только история этого места, но и вид из окна на Волгу. Честно, я бы и сама училась в таком здании. Его атмосфера и правда переносит тебя в другое время. В скором времени замок с внутренней стороны начнут реставрировать. Здесь будет современное арт-пространство. Кстати, еще мы были в подвале здания. Там раньше находился хамам, а после школьные кабинеты. Немного удивительно, но наш экскурсовод сама училась в этой школе. Поэтому слушать воспоминания из первых уст было безумно интересно. Подписывайся на мой канал, здесь много полезного и интересного. Пока!